массовых спорта, он представляет страну Бахрейн, и он является победителем арабских игр, то есть чемпионат арабских лиг. И в синем трико Магомед Расул Газимагомедов, 91 года рождения, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира. Магомед Расул Аслуев, Бахрейн, Магомед Расул Газимагомедов, Хачкалашкова, Садубаева. Схватка только началась, счет 0-0. Табло не видно, я буду иногда подсказывать вам результат. Сейчас вы этого не видите, я сейчас покажу. Это Расул Аслуев. Это квалификационная схватка, друзья. Квалификационная схватка. Вторая схватка на сегодняшний день. Магомед Расул Аслуев, Магомед Расул Газимагомедов. Борется за выход. Восьмую финала. Одному каждому. Я не всегда могу отвечать на ваши комментарии, поэтому вы уж не далеко, чтобы все видели табло. Если я приближу, табло просто не будете видеть, а я результат не всегда смогу вам говорить. Поэтому немножко подальше поставил, чтобы табло охватывало. Да.
качество, к сожалению, будет неважным, потому что интернет – это дело… Если я улучшу качество, просто у вас будет лагать все равно. Очень. Еще раз напоминаем болельщикам красным трико Асулио Магомед Расул, представляющий Бахрейн, и в синем Гази Магомедов Магомед Расул, представляющий Дагестан. Там есть это? По баллам эту встречу выиграл Гази Магомедов Магомед Расул Дагестана.